Всем большой привет! Сегодняшний наш эфир посвящен нейропластичности мозга и, соответственно, игры на варгане. Сейчас пока что люди заходят на прямой эфир. Да, сегодня с опозданием или задержкой, но я рад, что есть те, кто дождался этого эфира. И им интересно, что будет сегодня, о чем будет рассказываться в эфире. Эфир будет посвящен именно работе мозга и взаимодействию его с варганом. Дело в том, что играя на варгане, мы напрямую воздействуем на наш мозг. То есть, соприкасая варган зубами, мы через зубы, вибрации, звучание воздействуем на наш мозг, и наш мозг в прямом смысле начинает вибрировать. И разрушаются старые шаблоны мышления или восприятия, и происходит такой творческий процесс с созданием новых нейронных соединений. Еще один момент, мы начинаем осознавать наши зубы, полость рта, наше горло, нос, потому что в жизни мы особо на них не акцентируем внимание, то есть нам по большому счету нет нужды на них обращать внимание, но как только мы начинаем фокусировать свое внимание на этой части тела, у нас задействуются средние части коры головного мозга, которые также взаимодействуют с пальцами, с мелкой моторикой, с большой моторикой всего тела, речи, мышления. И при этом, если мы начинаем петь с варганом, да, то есть создавать мелодичность или вспоминать, то еще и отдел мозга, связанный с пением. То есть отдел мозга, связанный с речью, с пением, музицированием, с чувством ритма, мелкой моторикой. И тем самым из Канады, здравствуйте, здравствуйте. И тем самым мы начинаем улучшать свой мозг. Давайте проверим нашу нейропластичность в целом. Да, очень простое упражнение. Попробуйте вот одну часть руки сделать вот так. Попробуйте вместе со мной. Да, и потом напишите, сколько у вас получается. Другая вот так. Да, попробуйте поставить. Попробуйте, благодарю. Попробуйте вот так поставить. И раз мы переключили. Раз переключили, раз переключили, раз переключили. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Скажите, пожалуйста, у кого получилось, у кого были проблемы с таким упражнением? Если были трудности, то это говорит о том, что мозг чуть-чуть закостенел, и нужно дать ему немного гимнастики. Да, и вот как раз-таки варган этим помогает. Он помогает увеличивать энергетическое состояние. Он помогает с тем, чтобы мы перестали вообще в целом загоняться, либо рефлексировать, либо залипать на наши мысли. Давайте я сейчас сыграю. Я сегодня подготовил 4 варгана листа, да, разного звучания. Хотел бы вот сегодня продемонстрировать, потому что и Reels на эту тему вышел. И я хочу также обзор на эту тему снять. Поэтому я сейчас сыграю на высокочастотном мехабайте, а потом расскажу о листе и также о нейропластичности. Давайте вот так. Как сделать бас на варгане? Сейчас я на мехабайте покажу и потом на огне покажу бас. Ну, в принципе, бас можно даже и на высокочастотном. Надо просто ой-ой-ай-ай-ой-ой. А так он звучит так. Yeah.
Отличный инструмент. Да, прекрасно вас понимаю. Мне тоже нравится варган огонь, особенно в ноту ля диез. И сейчас я сыграю с магнитиком. Да, есть такая техника, она называется этарды. Я не часто говорю, потому что эта техника родилась в Якутске, народом Якутии. Они с помощью этой игры занимаются еще хамус-терапией или варганотерапией и пропевают как раз такие мелодичные звуки из своего эпоса, то есть рассказывают истории с помощью игры на варгане. Вот, сейчас я сыграю этот стиль. Это был как раз стиль сейтарды. Да, басовым он стал благодаря магнитику, который я вставил. Я могу вставить еще один магнитик. Да, чем варган огонь классный, он в нем 5 в одном звучании, даже я бы сказал 10 в одном, потому что можно же вставлять 5 разных магнитиков, комбинировать ими. Да, вот сейчас 2 магнитика вставил. Сейчас получается у нас 4, 3 магнитика здесь, да, и один здесь. Здесь, конечно, лучше играть на себя. Можно вместо магнитика болтик вставлять. Очень глубокие состояния во время игры с магнитиками. Так, интересно узнать, на какой микрофон лучше записывать варган, на динамический или конденсаторный? Очень хороший вопрос, мы до сих пор подбираем. В данном случае у нас, я больше назову просто название фирм. Мы пользуемся петличками от компании Боя. В данном случае вот для ВКонтакте я сейчас записываю, так как на другой телефон петличный проводной звук, да. А на Инстаграм как раз таки петличка Боя, вот от нее кейс, да, подключенный. И разницы как таковой нет. И есть еще, ну, оба хорошо записывают, но все равно есть легкие искажения. Вот. Но спасибо все равно за вопрос. Его заскриню, чтобы мы еще на эту тему прямой эфир, не прямой эфир, а видео записали. Да, специально для вас. Еще больше изучим, потому что мы продолжаем эту тему исследовать. И расскажем. Но на данный момент вы можете, простой вариант, это петличка Боя. Вот у нее сумочка, да, петличка Боя проводная, тоже очень хорошо записывает звук. Если вы хотите что-то подороже и, к примеру, вам неудобно с проводами, то Боя уже, которая беспроводная. Там как раз еще можно вторую вставить, да, вот, и получается стерео звучание. Давайте я попробую еще вторую вставить петличку, да, и поиграть, насколько звук будет сейчас. Здесь еще можно громкость прибавлять.
Напоминаю, что у нас еще идет в Инстаграме розыгрыш варганов. И вы можете принять участие. А вообще, в целом, можете отправить это видео своим друзьям. Да? Если мы еще это видео запишем в Инстаграме, поэтому не в Инстаграме, на Ютубе. Те, кто на Ютубе будет заходить, подписывайтесь, ставьте комментарии свои. Вот. Сейчас я вам покажу 4 варгана, да, разных звучаний. Начну я с варгана в ноту ми 432 Гц. Потом 440 нота ми, 432 ре диез и фа. Вы напишите, какой вам больше понравится по звучанию. И я на 2 петлички как раз буду записывать. Это был варган лис в ноту ми 432. Сейчас будет 440. Да, тоже сыграю. А не, это был фа. Вот сейчас вот нота ми 440. Что вы не пробовали придумывать новый хаус стиль с использованием варгана? Вообще, очень хорошие вопросы вы задаете, Нурлан. Мы в основном, вот я, к примеру, я очень люблю техно, транс формат, псай-транс. И в этих стилях играю. Ильдар, он и хаус стиле играет, и драм-н-бейс. Вот я драм-н-бейс играю, но он очень быстрый. У меня пока не так хорошо получается. Ну, то есть, я оттачиваю этот стиль, потому что я играю всего лишь 6 лет. Разные стили применяю, учусь. И мне заинтересовал стиль драм-н-бейс, и я хочу его отточить. Хаус тоже попробую, потом дам свою обратную связь. Давайте посмотрим. Ми в 440. Это был лис в ноту ми 440. 440 лучше подыгрывать, да, для выступлений с другими инструментами. Сейчас будет фа 432 Гц. Буду играть плюс-минус одинаково с разными приемами. Thank you.
Это был фа. Так, сейчас отвечу на ваш комментарий. Вы не пробовали... А, это уже был комментарий. Также было бы круто, если вы сделали с хижиной музыканта трек с использованием губной гармошки. Такой необычный коллаб с битбоксом получилось бы. Да, мы вообще думали, но до хижины музыканта нужно достучаться. Да, и не до их продюсера, а до самого Руслана Русланова. Поэтому, если у вас есть возможность связаться с ним, вы можете ему написать. Мы только за. Кстати, у него варган. Вроде лист. Лист или фрактал. Ну, у него есть видео в шортсах, где он играет на варгане нашей мастерской. И, если я не ошибаюсь, это был варган лист. И он пробовал использовать битбокс и игру на варгане начальных стилей. Да? Фа 432 мне больше нравится. Да, вообще нота фа, она такая более возвышенная, легкая и близка к высокочастотным звучаниям. А вот сейчас будет ре диез 432. Вообще, если вас заинтересовали варганы, сейчас я обращаюсь в Инстаграм в первую очередь, вы можете написать нам в директ, в личку. И, к примеру, вот те, кто сейчас смотрит прямой эфир, вот прямо сейчас, да, можете написать промокод прямой эфир и получить скидку 500 рублей на варган лист. Вот прямо сейчас у вас есть такая возможность приобрести варган лист со скидкой 500 рублей. Так что пишите. И также ВКонтакте. Я продолжаю играть в ноту ре диез, уже тоже лист. Кстати, у листа я еще покажу с магнитиками и с магнитиками, как будет звучать, да? Лист, ноту ре диез. Вообще после игры иногда так сильно уносит, что даже мысли уходят и тяжело становится вести прямой эфир. Хочется сейчас уже продолжать играть, входить в медитативное состояние. Ну и плюс дыхательные техники в разных своих форматах, они тоже очень сильно влияют. Давайте я еще больше раскрою варган лист в ноту ми. Да, с магнитиком. Вот я магнитик вставил, да. Thank you.
Вдохновение пришло очень сильное. Фух. Сейчас. Как вам в целом эфир? Да, всех вообще приветствую, кто продолжает смотреть эфир ВКонтакте и в Инстаграме. Продолжая тему нейропластичности мозга и варгана, уделю вообще внимание гормонам, да, которые в этот момент выделяется в большей степени, это дофамин, да, то есть мы начинаем играть, наш мозг, он начинает подбирать новые ритмы, звучания, и, соответственно, у нас проявляется интерес, и мы начинаем больше в это погружаться. Это вот как с вкусной едой, вот мы начинаем кушать вкусную еду, наш дофамин, соответственно, взрастает. Точно так же с игрой на варгане. Мы начинаем играть какую-то новую технику, нам приходит вдохновение, и уровень нашего дофамина, он, соответственно, возрастает, повышается самочувствие, хочется больше как-то творить, развиваться. Второе, это, конечно, серотонин. Мы становимся более счастливыми, потому что мы в позиции ребенка. Ребенок очень любит творить, создавать, играть. И если мы в этот момент еще начинаем проговаривать аффирмации, да, фокусируя на внутреннем состоянии счастья, то серотонин, он, его становится больше. Если мы начинаем визуализировать, к примеру, визуализировать то, чего мы хотим, соответственно, его становится намного-намного больше. Такая варганная визуализация происходит. Давайте сейчас я сыграю на спирали, да, с визуализациями в состоянии счастья, да, и можно проговаривать «я счастлив», да, или «счастье, счастье, счастье, я и счастье», вот «я и счастье», как тут. Или просто «счастье», или «счастлив, счастье». Или «я счастлив, я счастлив». Или вот, к примеру, если играть на варгане фрактал тоже. Я счастлив, да? Или счастье есть? Или я счастлив, я счастлив, я полностью счастлив. Совершенно другие состояния, прям многократно. Варган имеет способность многократно усиливать сказанные слова, потому что мы их творчески начинаем проявлять, и наш отдел мозга, он
Если вот я просто говорю, я счастлив, да, у меня активируется одна зона коры головного мозга. Когда я играю на варгане, это произношу, у меня мозг, он музицирует, он проговаривает, он дышит, да, моторика используется. И, соответственно, большая часть мозга задействуется, и в подсознание это сильнее попадает. То есть уходит контроль, и происходит творческий вообще в целом процесс. Попробуйте 5 минут так поиграть. Притом можно делать на счастье вдох, есть выдох, да? Или наоборот, счастье, выдох, есть вдох. Вот, головокружение, естественно, тоже будет. Если у вас начинает кружиться голова, вы просто перестаете дышать и без вдоха и выдоха продолжаете играть. Так, ну-ка давайте варгань как следует. Так, больше комментариев особо нет, да? Во. Это что касается проговаривания. Что касается синхроничности мозга и ритмики. Если мы начинаем играть ровными долями, под метроном, к примеру, или просто начинаем ровно играть, то наш мозг, он впадает в определенное такое трансовое состояние ритмов, и он в него все больше и больше погружается и начинает выделять другой коктейль гормональных состояний в целом. И у всех он разный. Если мы начинаем мелодично пропевать, то наша память улучшается, кстати, с игрой на варгане. Давайте я еще раз возьму ноту фа, да, и сыграю такое, что-то такое современное. И буду проговаривать... Что я буду проговаривать? Счастлив мир. Или мир счастлив, ну, периодически. Что, наш эфир примерно 30 минут шел. Сегодня в Телеграме как раз в 6 часов выйдут ответы. Те, кто еще не успел в этом поучаствовать, поучаствуйте. Из 10 фактов 2 правильных. И очень интересный конкурс. Попробуйте испытать на вообще те знания, которые у вас есть по поводу варгана. И напишите в комментарии, насколько вам был этот эфир полезен. Отправляйте своим друзьям. Может быть, им будет полезно узнать по поводу варгана. Особенно тем, кто, к примеру, мало знает, что это такое. И вам трудно им объяснить. Да, отправляйте это прямой эфир. Отправляйте друзьям. Соответственно, мир станет еще лучше и интереснее. И варганная культура пойдет еще больше в массы, потому что происходит, дорогие мои друзья, варганизация всего мира.
На этой ноте хочу сказать всем до скорой встречи.